Спонвай, мунвай, не говори чпики чмурай, ширали гуд за мунвай, али высоник собамай. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел. И сегодня мы будем обозревать ресурс пак на мультяшный мир, да. Ну что ж, погнали к этому. Итак, тут все текстуры изменены, вот, все изменено тут. Тут. Ну, почти все. Некоторые вещи не изменены. Ну, в общем, большая часть изменена. Так, в общем. Стекла здесь. Могут нас порадовать они без рамок. Это можно использовать. Вырезать куда-нибудь в другой ресурс-пак. Итак, в общем. На превью видео вы, наверное, видели этого прекрасного человека. Да. Что могу сказать? До свидания. Что я не убила? Ну ладно, не важно. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, тут все сделано. Нарисовано, да. Рисовалось все в настоящем, по-настоящему. В каких-то там программах, я не знаю. Я просто обозреваю эти ресурс-паки, зачем мне это знать. Так, в общем, да. Я, вот самое прекрасное, что могло быть. Вообще, мне нравится здесь то, что изменен текст. Как видите... Вот. Нажмем F3. И у нас тоже будет изменен текст. Как вот. Везде будет. Ну, кроме русского. Здесь нету этого. в этом. Прикольно, в общем, все сделано, да? И что еще? Здесь можно добавить. Наверное, видео получится очень короткое, но... То есть, как видите, все нарисовано. Это уже говорил, я не знаю, о чем еще говорить. Ну, то есть, довольно хороший ресурс-пак. Тот, кто любит всякие мультики, да? Да, прекрасно. Так, зомби. Так, давайте посмотрим, как выглядит зомби. Так, где? А, вот. Зомби выглядит по-обычному. Так, ладно. Еще тут довольно интересные настройки выглядят. Все тоже очень довольно круто, да? О, шейдеры, да. Так, круто. Сейчас я попробую установить шейдеры, я не знаю. Ах, да ладно, не буду. Да. В общем, можете посмотреть также прошлые ролики, где я обозревал текстуры. Вот. А ссылочку на те карты вы можете найти в описании. Да. А пока что, чтобы видео было подольше, хоть 4 минуты, мы просто покатаемся по деревням. Я не знаю зачем. Кстати, это тоже ресурс-пак. Если хочется обзорный такой ресурс-пак на машины, то давайте наберем под этим роликом 3 лайка. Да, мне столько достаточно, потому что пока что я не очень популярный. Ну да. В общем, 3 лайка и будет обзор на вот такие машинки. Так. Да. Тут их... Довольно много. В общем, да. Ну все, всем пока. С вами был я снова, я Смел. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки там это. Что там еще? Ну, в общем, лайки там ставьте обязательно. Это, репостайте. Вот. И колокольчик обязательно, чтобы приходили оповещения. У меня уже 50 подписчиков.
Вот когда будет 100, я сниму какой-нибудь очень крутой клип или ролик. В общем, да, все. Всем пока.